Нет, когда встретили, ну вот с сыном встретился, и бабушка поехала к деду на свидание. После этого родился мой отец. И его по уличам называли Очаков Петя, потому что в Очакове встретились, и так получилось, что и по уличному его начали называть Очаков Петя. Так по уличному Аджи Тоди, но так получилось, что Очаков Петя получился. Ну, так. Аджи Тоди, потому что они... Потому что дед, может, и прадед ходили в Иерусалим своим ходом. И все же, которые были в Иерусалиме, их всех Аджи называли. И вот поколение пошло, всех на... И меня... Сейчас уже, конечно, не называют, но раньше назвали Аштоди. Аштоди, Лишка, там уже Аштоди, моих Петя. Ребят должны были называть Аштоди Коли, там, или Аджи Таня. Ну, так случилось, что прошло время поменялось, и...